Всем здравствуйте, добро пожаловать на канал Таро Юлия Петрова. С вами Юлия Петрова, и Йося сзади меня на стуле сидит. Мы вас приветствуем на нашем канале, желая вам счастья, здоровья, позитива. И спасибо всем тем, кто желает это нам. Мы вам всем желаем всего взаимно, в 100 раз больше. Хорошего желаете, мы вам хорошего желаем. Нехорошего желаете, мы вам... Только взаимность. Не, знаете, как в этих в американских фильмах, ничего личного, только бизнес. Девчонки, мы сегодня с вами посмотрим раскладик. Раскладик у нас с вами называется так. Что мужчина хочет нам рассказать от своей души? Именно от своей души. Мы не хотим с ним сегодня общаться, просто вот все его какие-то вот показные вещи. Мы хотим пообщаться с душой. Пусть он свою душу нам сегодня на раскладе раскроет. Да? Раскроет эту душу. Вот. Поехали. Сигнификация ваших отношений на сегодняшний день. Сигнификация ваших отношений, мои дорогие. Сигнификация ваших отношений говорит о том, что очень много вы в человека вложили. И я думаю, что вы безответно просто как-то сейчас чувствуете себя абсолютно обкраденной, потому что вот это вот столько любви, столько действий с вашей стороны. И он, знаете, идет здесь как вор по дьяволу. Он идет как воришка, то есть человек, который забирает ресурс нечестным путем, он себе сидит бесконечно, да, тырит вашу энергию, он себе подпитывается прекрасно, абсолютно прекрасным образом. А вы, как обычно, уже не ведете себя. Вот у вас здесь идет момент того, что вы меняете, переструктурируете ваши отношения, потому что идет страшный суд. А страшный суд у нас с вами всегда падает, да, по троечке пентаклей, с дополнительными соответствующими картами, вы пошли вперед, двинулись вперед. Конечно, это действительно... Очень каждый, так сказать, разошелся по своим направлениям в ваших отношениях. У каждого своя жизнь. Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, может быть, даже обидно одновременно. Это то, что вы стали двигаться в направлениях, как бы под девизом «у каждого своя жизнь». Забирай свои бумажки и не писай в мой горшок, да? Потому что здесь произошла обида. Я думаю, здесь разошлись вы как в море корабли, пока что идет страшный суд, и от вас идет некое такое вот отдаление к мужчине. Так, хорошо. Это сигнификация ваших отношений на сегодняшний день. Я хочу поговорить с его душой. Я приглашаю его душу на разговор, что сегодня его душа хочет сказать для вас прямо сегодня, сейчас. Разговор с его душой. Малодушен. Вы знаете, может быть, вы смотрели тоже сказку с мультфильмом, более современная версия «Теремка», где комар Пискун был, знаете. Кто не видел, пересмотрите обязательно на ютубе. Теремок. Там, где медведь в теремок заходил, там, да, и себя прекрасно чувствовал, потом пригласил комар Пискун, зашел с ним. И обескровил, обездолил, называется, да. Так вот, я бы сказала, что у вас мужчины здесь... Безэнергетичный сейчас, безресурсный. В том плане, что дать ему для вас нечего. Но он так хотел бы оставить вот хоть капельку, хоть немножечко вашего присутствия в своей жизни. Он прекрасно понимает, что он паш. Здесь разговор с душой, а не просто с ним, да, как он себя так вот прекрасно расценивает, какой он прекрасный и замечательный. Нет. Он себя видит пажом, а вас видит в императрице. Разница на минуточку. От пажа до императрицы разбег не маленький, называется, да? Поцелуй меня с разбегу, я за деревом стою. Вот это моя любимая поговорка. Потому что в таких случаях, конечно,
мужчина под душевным таким вот понятием понимает, как вы ему прекрасно даны, сколько хорошего вы в его жизнь вносите, дарите, да, и какая вы ресурсная, сколько вы всего преподносите, и по верховному жрецу вы мудры, и по императрице вы все в жизни успели, вы как будто везде успешны, во всем хороши. А он понимает, а я Паш, такой мальчик, да, как бы подросточек еще пока в жизни, столько вроде всего уже человек прошел, а шестерка жезлов все-таки, а вы все-таки спрашивать умеете, вы умеете задавать вопросы, и вы не смолчите, вы всегда хотите знать правду, вы вообще правдоруб такой, знаете, очень интересно. Еще разговор с его душой. Ох, девочки, эти расклады, они меня просто добьют. Понимаете? Ну, что у меня сейчас идет? Ну, вот что у меня выпадает на столе, вы понимаете? Горизонты, говорит, моей жизни оборвались какой-то ограниченностью, да? Хотелось жить по-звездному, по-шикарному, да, позвездить, и тут и там, понимаете, звезда в шоке, ходить себе такой просто парень, чтобы он на всю деревню был самый лучший, вообще, и завидный. Но, знаете, жизнь ставит все по своим местам, он на самом деле оказался в ограничениях по тузу мечей, это тупик в жизни какой-то, в который он уперся, и мало того, что он уперся в тупик, так он еще и радуется этому тупику, не понимая, что он вообще, знаете, ну просто человек сам себя загоняет, в рабочей какой-то сфере себя вот преподносит в своей судьбе, как мужчина. То есть он просто как рабочая лошадка. Вот как-то для любви жить, а зачем, да? Когда любить, там нету времени, и вообще это опасно, и вообще-то открываться надо, и вообще в таком возрасте кому нужна та любовь, да? В принципе, сдалась она, собственно, 200 лет. Такая любовь, да? Вот. Так что здесь, конечно, все очень интересно. Здесь карта мага идет. Он говорит, что, скорее всего, он подозревает магию на себе, да, или влияние на себе какой-то женщины, потому что здесь идет женская такая энергетика. И он понимает, что он здесь прекрасно пашет, да, улыбаемся и пашем на это. Помните, какой был фильм? В Интердевочке, да? Пока Интердевочка пашет, да, на государство. Вот это вот про него немножко. Он тут пашет на свою семью, скорее всего, или там, где он находится. Давайте искать духовную колоду. Куда-то я ее уже запропастила. Давайте, так как у нас на предыдущем канале несколько эфиров назад был расклад на такую тему, но на другой колоде. А я сейчас возьму еще дополнительную колоду. Тоже духовную, она в двух частях, и она прекрасно абсолютно себя проявила. Я хочу ее, она одна из новых таких колод, я хочу ее сейчас вскрыть. То есть он недоволен, оказывается. Ну, то есть он себя успокаивает здесь, понимаете, да, успокоение такой души, что здесь на самом деле жизнь говно, но мы с лопатой, девочки, это ничего страшного, да. Все та же старая мельница крутится, вертится, чё-то та-та-та-та. Старая мельница все перемелится, только любовь никогда. Кто песню помнит? Я вообще не знаю, откуда ее вспомнила, я даже не помню, кто ее поет, девочки. Надо погуглить. Так, и карта заодно вылетела, да. Он думает, что у него все перемелится, видите? Все пройдет, да? Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Ой, разговор с душой. А тут картишки-то серьезные. Ну, поехали, девочки. Во-первых, рядышком с душой греется чья-то недобрая душа.
То есть рядом с этим мужчиной может находиться очень токсичный человек или человек, который магичит на этого мужчину. Я уже вам показала карту мага. Давайте повторение «Мать учения» посмотрим еще раз. И следующая карта – это карта, в которой хочется скрыться от каких-то, знаете, своих собственных мыслей. А здесь немножечко как разрыв шаблона происходит у человека, да? Духовный какой-то непорядок, то есть нету покоя какого-то, легкости нету в жизни у человека. Он пытается, вот почему вы, да, по раскладу проходите, я же за вас запрос делала. Вы даете ресурс, девочки, вы тут с этой миской этого ресурса, с этим наполнением постоянно были. Вы же понимаете, что вот сейчас он ждет, когда вот эта верная его подруга, да, по жизни придет и начнет ему помогать. Но я здесь думаю, что не тут-то было все-таки. Не разбежались вы тут ему всякие ресурсы давать. Но он хотел бы. Ну пусть хочет. Главное, чтобы хотелка не открутилась и не отсохла. Две изюминки, посередине гвоздик. Всякое бывает в жизни, да? Так, дальше поехали. Разговор с его душой о вас. Что беспокоит его душу по поводу вас больше всего сейчас, в данный момент? Ваша холодность, девочки, конечно. Конечно, где же эта десятка пентаклей? Ау, десятка пентаклей, где ты? Где ресурс, который давала мне эта женщина? Где любовь, которую она скрывает сейчас за семью замками? Где вообще все это? Понимаете? То есть где вот осталась только холодная королева мечей? Ну, знаете, королева мечей это молодец у нас здесь, девочки. Запрос про вас, напоминаю вам. Потому что вы здесь по карте Солнца пошли туда, где вам хорошо. И не стали оставаться в тех местах, где вас не ценят. И не дают вам соответствующего уважения и уровня. Я здесь вижу карту правосудия от вас. Вы его и любимая женщина. Вы его и судьба. Вы его и отрада, и палач. И, в общем, все в одном флаконе. Потому что, конечно, у него к вам чувства, конечно, у него к вам желание, конечно, у него очень много к вам эмоций, и он хотел бы вам открыться вот по-детски, рассказать какие-то секреты, тайны, да, то есть паж кубков здесь, он показывает вот это, излить душу, это изливание души, расклад на разговор с его душой, насколько конкретный расклад, это просто ничего не сказать. Вот что у него болит, что вы охладели. Его пугает это. Стоп, давайте еще на оракуле дополним. Что его здесь беспокоит в плане вас больше всего? Его душу, да? Ну, вы условия выкладываете. Причем условия, на который вы 100% заслуживаете. То есть вы перед судьбой чисты. Не за что вас здесь укорить. Вот прикрою немножко вот так вот карту, даже вот так. Вот не за что вас укорить. Вы такая, вот как к вам, так и вы. Вот вам энергию, тепло, любовь, и вы в 200, в 300 раз. Он просто не представляет, в каком он кайфе и раю мог бы жить. Но он переехал вас просто переехал вас катком от асфальта, понимаете? Здесь просто вы утонули в этих бедах, в этих мыслях каких-то, да? В неполученном ресурсе, в обиде, вот когда вот здесь в горле все сжимает. И он сейчас это проживает почему-то. И он пустеет внутри. То есть у него вот просто он обезличен сейчас. Потому что в нем слишком много понятий от родственников, от того, как надо жить, как правильно, как неправильно, да?
И вы для него здесь это, знаете, это как просто очень красивый такой павлиний хвост, знаете? Видел куриные жопы до этого, а тут павлиний хвост такой распушенный, шикарный такой, с этими красивыми перьями, понимаете? Ну, разница есть, извините. Конечно. Конечно. Что у него вообще в душе творится в общем? Его состояние душевное. Вот последние недели две, например. Вот просто общее его душевное состояние. Как он себя там чувствует в душе? Приятен ли он себе? Нравится ли ему быть самим собой? Нравится ли ему делить свои будни? Но он по отшельнику, он достаточно одинокий человек. То есть он в душе чувствует себя очень одиноким. При этом по нулевому аркану он этого вообще не хочет демонстрировать. Он не хочет показывать, что у него какие-то ресурсы исчерпанные, да, которые уже ушли за свои горизонты. Какие-то у него здесь шансы, которые бы он хотел получить. Да? Как бы он хотел иметь какую-то определенную форму отношений со своей женщиной. Если он у вас даже не свободный, как бы он, вот как-то он смотрит, видать, на кого-то из знакомых, думает, боже, тот женился счастливый по любви, этот по любви, а я сижу какой-то такой себе, знаете. Прям сидит и эти свитерочки вяжет, понимаете? Не мужик, а человек-паук просто. Поэтому я думаю, что он повешен. Он не может найти успокоение. Он все время в поиске, девочки. Это будут поиски женщин, поиски развлечений, поиски друзей, компаний, работ, переездов, смещение себя в физическом, да, формате. То есть куда-то в другое место, переезды постоянные. Он бежит, бежит, бежит по жизни. Видно, как человек бежит, убегает от чего-то. От чего, я спрашиваю, его комфорт с самим собой. Еще. Но он себя успокаивает, что деньги есть, ну, как бы, значит, все. Помните, как в «Домовенке Кузя»? Это до осени дотянем, знаете, нормально. Если есть деньги, то как бы меня и полюбят, и все, и будет у меня и успех, и все на свете будет. Ну, подожди две минуты. Сейчас я уже заканчиваю, Ёсенька. Подожди минуту. Минуту. Ладно? Сейчас мама закончит и выпустит тебя. Так, три минуты у нас есть с вами. 20 минут раскладик. Сейчас Юля доделает для вас. Так, надо всем угодить. Видите, я и вам стараюсь, и даже Йосе. Все должны получать хорошие отношения. Это мужчине, этому надо выучить, кстати, взять с нас пример сегодня. Поэтому я вам хочу сказать, что у него, конечно, вот какие-то земные блага, да, он какие-то вот такие вот вещи считает, что если есть работа, если я занят, если я перемещаюсь, если я двигаюсь постоянно, значит, я уже счастливый человек, значит, у меня уже все достаточно неплохо, понимаете? Вот так вот здесь идет. Ну и, конечно, пятерка мечей. Конечно, это какой-то недоговоренности какие-то. Недоговоренности, не радует что-то его, абсолютно не радует. И те места, в которые он ходит, ему мозолит глаза вот это чужое счастье, он завидует сейчас кому-то. Это, кстати, редко, когда мужчина на раскладе показывает зависть, и он думает, что я могу сделать, как я могу перекрыть эту линию, там, где мне так пусто, и мне так хочется вот этого наполнения. Это, знаете, когда хочется пить, а ты сидишь и думаешь, ну, сейчас поем, ну, сейчас вот еще поем. Сейчас огурчик соленый съем, а пить еще хочется больше. Знаете, как назло вот это. Очень, конечно, человек страдает по какому-то вот такому без... Знаете, не то счастье, о котором он мечтал. Это не та жизнь, которую он бы хотел бы получить здесь. Это не то. Да, здесь ресурс в женщине находится, да. Про вас расклад в основном, не про мужчину. Не про мужчину. По мужчине только видно, насколько ему пусто без вас. Тут даже карта такая, когда он представляет с собой что-то. Понимаете, представляя, что у него что-то есть, хотя на самом деле у него этого нет. И здесь рядом идет женщина.
женщина, как во многих чакрах, которая дополняет очень сильно. Он хочет смотреть на женщину и видеть себя в отражении. Но при этом он не отходит от своих принципов. А у него принципы прямо противопоставлены тому, что хочет его душа. И поэтому он очень у вас делает вид, что он мудрый. Он очень красиво себя позиционирует. Он у вас тут супер во всем разбирается. Ну, прям не мужик, а оракул, понимаете, во всем. Но дело в том, что его это только отдаляет, понимаете? Во всем он так хорош, он во всем такой молодец, такой умница. Но в душе он тянется к вам, девочки. Да, тяжеленький расклад, но они все нелегкие, девочки, потому что с идеальными ситуациями на канал не попадают люди, когда прям отношения прям шикарные. Сидишь и думаешь, что бы мне там расклад на несчастные какие-нибудь, вот карты не посмотреть, вот эти вот, знаете, раскладики какие-то не пораскладывать. Да, карты реально несчастье в основном показывают, несчастье и несчастливые судьбы, несчастливые души. Редко у кого падаешь, а человек прям вообще весь в кайфе и по жизни вообще все у него замечательно. Да, у каждого свои боли, у каждого свои недостатки, у каждого жизнь по-своему не хороша и не идеальна. И у этого мужчины точно так же. Да. Но он безресурсный абсолютно, потому что верховная жрица — это тайные отношения, где он, не отдавая ресурс, сидя с этим мешочком, оттуда ничего не дают назад. Вот поэтому он и сидит здесь по императору. Держится за свои пентакли, девочки. Держится за свой мешочек. Не знаю, то ли тот, который в кармане, то ли тот, что средний посередине. Мешочек придерживая, да, чтобы не отвалился вдруг. Мало ли что в жизни бывает. А к вам хочется нестись просто. По рыцарю жезлов. Забыть за все вообще, за все, что есть в жизни. И чего у него нету. И забыть за возраст, за то, что у него в доме, за то, что у него не в доме, прошлое, будущее. Все. Просто хочется вот в один момент пожить так, как ты мечтал. И не каждому человеку это вообще дано. Держится за семью. Если женатый мужчина, держится за семью, девочки. Держится за семью. Там есть карта, где проходит и магия. И он держится за вот это вот древо, да. Оно тоненькое такое, маленькое такое, худенькое древо. И змея рядышком с ним тут сидит. Там другое еще кое-что есть. Я не могу показать просто на ютубе. Но во всяком случае, вы должны понять, что это человек, который хочет играть, хочет знать вашу душу, хочет играть на струнах на ваших, хочет вас чувствовать, понимать, раскусить вас хочет. Но он думает 200 раз перед тем, как он вам откроется. И в этом его беда. Это горе от ума. Расклад называется «Горе от ума». Вот так. Разговор с его душой. Мне очень понравился расклад. Он и грустный, и информативный. И про мужчину все понятно. Я думаю, что те, кто по сигнификации узнал своего, в принципе, вычислили. Здесь красавчик. С вами была Юлия Петрова. Я вам желаю счастья, здоровья, позитива. Не отчаиваться никогда. Чтобы не пришлось вот так вот сожалеть и делать вид, как этот мужчина. Да? И строите себя счастливого красавчика. Поэтому живите ту жизнь, которую вы хотите прожить уже сейчас. С вами была Юлия Петрова. До скорых встреч. Всем пока.